Доброго времени суток, мои хорошие. Лето, разгар фруктов и овощей. Многие из нас увлекаются вкусными рецептами, солением, маринованием, простыми словами, заготовками на зиму. И я тому не исключение. На время отложим наши орхидеи и перейдем к заготовкам. Я и моя семья любим с чайком, кофе и мороженым поесть вкусного варенья. Но как упростить процесс заготовки варенья на зиму? Сегодня я решил прикупить вишни, абрикос и сделать варенье. А как же одновременно сделать сразу несколько банок варенья, чтобы были разные по вкусу и содержанию? Давно обращал внимание на такое чудесное устройство, как автоклав «Малиновка». Не давал он мне покоя и очень хотелось его купить. Но по стечению обстоятельств мне подарили автоклав «Малиновка» на 26 литров. А знаете, что это значит? Что хватит стоять часами у плиты, делать маринады, вся кухня в пару, сами мокрые. Теперь процесс стал более простым. Для общего понимания, думаю, многие помнят из прошлых времен такие кастрюли, как скороварки. Где все готовилось быстрее, вкуснее. У моих родителей, кстати, такая была. Я думаю, у многих у вас тоже и была, и есть. Но время не стоит на месте, и появился такой замечательный предмет, как автоклав «Малиновка». В автоклаве «Малиновка» можно не только делать мариновки, соленья, а также приготовить тушенку, делать заготовки для супов, паштеты, разные вкусные блюда, но это все будет в будущем. Кстати, если у вас появился интерес, я решил упростить вам поиск и оставлю ссылку на разные модели «Малиновки» в описании к данному ролику. Ну а теперь немного технической стороны. Автоклав предназначен для тепловой стерилизации в домашних условиях пищевых продуктов в стеклянной и жестяной таре. Особые технологии крепления обеспечивают безопасную и точную работу. Овальная крышка слегка фиксируется двумя вентилями снаружи, а далее поддерживается давлением изнутри. Все модели оснащены клапаном аварийного сброса давления, что позволяет избежать превышения допустимых показателей. Автоклав предназначен для готовки продуктов питания под давлением и температурой до 120 градусов, тем самым сохраняя полезность продуктов и уничтожая бактерии. Но я думаю, вы понимаете, насколько это важно. Только при температуре 120 градусов все опасные бактерии, которые могут содержаться в мясе, погибнут. Также такие консервы при правильном хранении можно употреблять в течение 2-3 лет. Сварные швы в автоклаве располагаются на стенках бака на 2 см ниже стыков. Благодаря данной конструктивной особенности обеспечивается абсолютная надежность и прочность соединения. Поэтому возможные протекания и разрывы в местах сварки просто исключаются. Кстати, в комплекте к автоклаву идет облегченная разборная кассета для избежания срыва крышек с удобной ручкой для фиксации банок. Автоклав снабжен кламповым соединением на 2 дюйма, что позволяет установить профессиональный самогонный аппарат и производить качественные домашние напитки самостоятельно. Но это для тех больше информация, кто увлекается производством собственных вкусных напитков. Доставка автоклава осуществляется без предоплаты, а оплата происходит по факту получения, убедившись в целостности посылки. Рассказать, где можно купить автоклав от производителя, ссылка будет, естественно, в описании. Так, вернемся к теме приготовления моего варенья. Короче, мы купили 5 кг вишни и 3 кг абрикос. Ням-ням. Засыпал все это сахаром, кто как любит. Те, кому нравится послаще, можно один к одному. Мы сделали на 5 кг вишни 4 кг сахара. Я пошел более простым путем, засыпал ягоды сахаром и оставил на несколько часов, чтобы ягода пустила сок. Спустя несколько часов мы разложили все по банкам. В этот раз не подумал и купил не очень удачные банки с округлыми стенками. Они занимают больше места, поэтому старайтесь покупать банки с прямыми стенками. Погрузил банки в автоклав, налил воды на 3-4 см выше кассеты, дождался, пока закипит и температура поднимется до 110 градусов. После чего уменьшил огонь и, поддерживая температуру, оставил на 15 минут. Время вышло. Отключил автоклав, дождался, пока температура спадет до 45-55 градусов, сбросил давление и достал вкусные баночки с вареньем для дальнейшего их употребления. Ну что, созрели? Хотите такой? Не забудьте, что ссылка находится в описании.